Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Краса людини відображає повністю її внутрішній світ. І це не просто співзвучність слів, а це реальність, яка здатна змінити все навкруги. Здатна змінити ваше життя. Сьогодні в нашій студії людина, яка змінила себе, яка змінила усіх навкруги, яка знає, що робити кожному з вас. Тож, з радістю представляю вам Ольгу Турчанинову, трансформаційну коучиню, нумерологиню, спеціалістку з тілесно-орієнтованої терапії. Олечка, дуже раді вас бачити в нашій студії. Гарна, і так видно, що робота пройшла не дарма. Так? Тож, краса, наскільки вона може змінитись і якою вона зараз повинна бути, як уявляє сьогоднішній світ красу людини? Красота на даний момент это является важным, да, пунктом в жизни каждого человека. И сейчас очень поменялись эталоны красоты в соответствии, как были ранее. Да. Сейчас все идет за натуральную красоту, да, то, что касается внешне, но очень большой акцент идет на внутреннюю красоту личности. И я как человек, который работает с внешней и с внутренней красотой, я вижу эти преображения всегда в людях. Вот. И что я заметила, да, и к чему сейчас идет тенденция, то, что когда человек работает внутренне, а именно он познает себя, работает над своими блоками, над своим детством, да, взращивает своих там внутреннюю вот эту личность, он меняется очень сильно внешне. А не наоборот, как раньше было, вот больше акцент делали на внешнюю красоту, а внутренний мир как-то больше, ну, людей были в позиции жертвы, много жертвовали вот собой. Да. Тобто жертва, якщо людина приймає таку жертовність стосовно своєї зовнішності, то можливо, вона орієнтована була на те, що її будуть сприймати інакше, ну і таким чином зміниться все навкруги. Але ж нічого не змінювалося, мабуть, через те тенденція трохи почала трансформуватися, тому що насправді, якщо людина собі там зробила форму носа, зробила собі губи, не знаю, там фігуру відкоректувала, а бачить, що в житті нічого не змінюється насправді, це не такий результат, який хотілося б досягти, то виходить, що над чимось ще треба працювати, аби в гармонії вже відображалося все від вас, йшло і вас сприймали так, як ви хочете. Так, да, все, я согласна. І що виходить? А виходить, не над тим працювали. Да, да, да. Получается, не над тем работали раньше. Сейчас вот даже, ну, я еще работаю косметологом, да, и когда ко мне приходят девочки, я могу считать вот по их потребностям, которые они хотят сделать, какие у них находятся внутренние зажимы, да, над чем необходимо работать. Но меня очень сильно интересуют мамы, и вот у которых есть уже детки, да, я сама мама, у меня есть ребенок. И вот эта трансформация сильнейшая, внутренняя, началась тогда, когда появился вот ребенок. И я увидела, как меняется тенденция. Вот, как говорится, осознание пришло. А когда приходит осознание, то да, соответственно, и уже полдела сделано. Вот, поэтому я иногда даже в косметологии людям отказываю, потому что я так аргументирую, да, своей клиентке о том, что сейчас вопрос именно внутренний. Да, сейчас необходимо поработать над своей самоценностью, понять вообще, кто я такая, да, в чем я ценна этому миру, да, какие у меня таланты, чего я хочу на самом деле. Потому что женщина, которая знает, чего она хочет от жизни, это счастье для мужчины и вообще для всего мира. То есть, да, вот. Поэтому я иногда отказываю с клиентом во внешней красоте. Говорю, мы можем это сделать, но только тогда, когда внутренне, да, вот найдутся вот эти моменты. И плюс у меня же есть много очень таких инструментов, да, там и нумерология, и психосоматика, и телесно-энергетическая терапия, где мы можем посмотреть, в каком направлении хотя бы двигаться, да, человеку, и тогда уже перейти на внешнюю красоту, потому что я им помогу по косметологии внешне, а человек будет все равно недоволен. Но пройдет вот время. Так, и хотела сказать, что, например, можно сделать так, чтобы не было зморщ.
іграшок, наприклад, да, так? Але отой тягар віковий, який у вас всередині є і нікуди не дівається, він же буде знову з'являтися. Він буде в очах, він буде у виразі обличчя, він десь буде в русі вашому відображатися. Тобто, ну, все настільки своєрідно, настільки все є у тому, що в комплексі, що потрібно працювати з усім, мабуть, одразу, так? Да. І найперше – це справді працювати з внутрішнім світом. І тоді зміниться все навколо. Чи часто люди звертаються до вас не з таким запитом? Можуть не працювати над собою, тому що це складніше, простіше виправити зморшки. Так, це завжди. Це волшебна таблетка, тому що косметологія є ін'єкційна, і це естетична. А от ін'єкційна – це волшебна таблетка. Прийшли і, пожалуйста, прийшли ко мені, і змініть мене. Но на самом деле надо начинать изнутри. Вот это все то, что у нас, как говорится, идет вниз, да, гравитация вниз нас тянет. Это все то, что мы себе, грубо говоря, не позволяем, да. Оно взаимосвязано. Женщина там не проводит профилактику, да, ухода за кожей лица, не вкладывая там в свой уход вообще повседневный какой-то, в питание там, да. И, а почему она не вкладывает? Потому что она не выбирает себя. А чтобы выбрать себя, это надо в первую очередь понять себя, это поработать над своим внутренним миром, да. Можливо, економить хтось, так? Ну, справді, да, зараз життя таке не дуже просте. І, да, і над всім працювати одразу, особливо, якщо є діти, пріоритети, є ще якісь там потреби, так, то, звичайно, і жінка в першу чергу буде собі відмовляти. Да, да. Ну, і тут питання таке, знаєте, чи можемо ми допомогти? Ну, мабуть, що може якось, так, на якісь там декілька відсотків можемо допомогти, але ж все залежить від бажання самої людини. Наскільки вона готова сприйняти цей світ і так, щоб він повернувся до вас обличчям, як то кажуть. Да, да. Потому что изменения и вообще познание себя – это не всегда о какой-то гармонии, счастье. Это иногда даже боль, вплоть до того, что ты целый день не понимаешь, что с тобой происходит, потому что это внутренняя трансформация, которая, ну, ты осознаешь, что все то, что у тебя есть в жизни, это ты сам сделал своими же выборами когда-то, да, и все равно менять сейчас тебе надо, да, и вот есть специальные, да, инструменты, особенно вот в нумерологии, где дате вашего рождения зашифрованы определенные качества, которые помогают, да, зная вот эту матрицу зашифрованную, вы сможете поработать, уже вам будет легче понимать, а почему у меня такие ситуации там с отношениями с мужчинами, с финансами, с детьми, а зачем вообще мне пришел этот, да, ребенок, почему у меня вот так, я пришла именно в эту семью, да, почему у меня эти родители, да, то есть где моя зона комфорта, но все правильно, что не все, когда знают эту информацию, они начинают ее применять, потому что это глобальная работа над собой, очень глобальная. Оль, а вот, ну, например, мы знаем все эти цифры, которые с нами связаны, так? Да. Хтось звертає увагу на них, просто хтось може послухати, посміятися і сказати, ну так, нічого, в мене це є, але що поробиш, так? А хтось почне над цим працювати. Чи справді цифри настільки можуть відображати той світ, в якому ви живете, і невже за цифрами можна слідувати? Конечно, в цифрах это, ну, это магия, это вот такое волшебство, где один раз испытав уже, да, эту магию волшебства, когда я вот раскрываю эту матрицу человека, вот у меня была последний раз консультация, приходила девочка-психолог, и она мне говорит: Оля, я была у пяти психологов, потому что, ну, как бы необходимо терапию проходить, да, если ты работаешь там психологом, необходимо определенное количество часов терапии проходить. Никто не никогда, ну, мне не нашел, не дал ответы на мои вопросы. А ты здесь как бы считала, ну, вообще, а як це працює? Як це працює? Треба знати дату свого народження, так? Да. Це число, місяць і рік, так? Це все складати чи що? Да. Як визначити? Є різні системи.
по той системе, в которой я работаю, это 22 аркана. Есть 22 карты Таро, 22 аркана, да, высшие арканы. Аркан – это энергия. Энергия, соответственно, качество, да, которое присуще каждому человеку, соответственно. И всего лишь зная дату рождения, месяц, число, да, и год, мы можем о человеке многое сказать. Но самые такие базовые, что мы можем сказать, это когда число мы знаем, да, это то, что это сила человека, те качества, тот ресурс, к которому он должен обращаться. Но они иногда в плюсе проигрываются, а иногда в минусе проигрываются, да. А месяц – это то, что всегда человеку необходимо раскрыть. То есть эти качества ему дает Вселенная, грубо говоря, да, в ситуации, людей дает, да, чтобы он раскрыл эти качества. Но насколько он будет их внедрять в жизнь, все зависит вот от вот этой же трансформации. Угу. Потому что матрица судьбы – это не внешнее что-то, да, это не гадание, это вот чистое считывание, ну, зашифрованной карты судьбы человека. Вот. И когда я, конечно, сажусь, так смотрю на эти цифры, первое, что мне, думаю, боже мой, столько цифр, как это все считать? А потом начинаю смотреть, и оно как заворачивается, очень, ну, разворачивается, наоборот, разворачивается. Вот. И куда ни, в какую я не посмотрю, да, пункт, да, там везде работать над определенным необходимым качеством, которое человек, грубо говоря, выбрал себе. Так, вот. Ну, але ж буває таке, що люди абсолютно різні, але народжуються в один день, так? Ну, тобто, да. Теж ми можемо сказати, що, ну, що ж там ще працює, мабуть. Кстати, дуже цікавий вопрос. Я часто провожу на своїй страниці ефірі, і один із запросів – це був, от, как один и тот же человек родился одного и того же числа, одного и того же года, и что, получается, у него матрица одинаковая, да? Но у меня не было примеров. Сейчас я нашла, поэтому в ближайшее время проведу эфир. И отвечаю на вопрос. Вот, да? Матрицы разные, потому что человек может родиться одного и того же числа, но у разных родителей. Одна мама там, например, быть, да, либо там папа, либо вообще они между собой могут не, ну, как бы не коммуницировать. И вот в той сфере, в которой они родились, вот сформирует личность человека, и он пойдет играть либо в плюсе свою матрицу, да, когда у него все будет там получаться по жизни, либо он будет проигрывать все в минусе, там, да, быть, ну, как это я называю, в позиции жертвы, да, когда ты жертвуешь в чем-то, ну, а в первую очередь ты жертвуешь собой, своими интересами, вот, поэтому одно и то же число, разные люди, вот, матрицы. Так, ну, це зрозуміло, треба, мабуть, досконало кожному там дивитися, як це є, так, то ми не можемо зараз дати поради для усіх абсолютно людей, але ж загальні такі, мабуть, риси і характеристики, які можуть допомогти людині змінитися, якщо треба, якщо є для цього потреба, або просто взагалі не змінюватись, можливо, а так цей світ сприймати, аби вам було добре, так, в будь-якій ситуації, де б ви не знаходились і якою справою не займалися, знайти себе, знайти свою реалізацію і той ваш, тільки ваш поштовх, який повинен бути. Тому що чийсь приклад може бути непоганий, але він не ваш. І треба йти лише своїм шляхом. Тож людині, яка, можливо, чимось незадоволена, що ви радите в першу чергу? От ті люди, які приходять до вас за красою, як вони можуть побачити її? Так? Вона ж, мабуть, вона є, але, можливо, є якісь недоліки, можливо, є якісь переживання, які не дають людині побачити це. Если вот человек приходит ко мне в косметологию, да, и что я ему советую, да, он хочет себе что-то изменить, я всегда спрашиваю число. И я уже в зависимости от того, какое число, начинаю говорить плюсы этой энергии, да, плюсы этого числа. И человек тогда уже поднимается над, да, вот над тем уровнем энергии, который он пришел ко мне. То есть я обволакиваю его, грубо говоря, вот эта энергия, которую я рассказала ему. Второе, то, что я советую, это принять ответственность за свою жизнь на себя. То есть ты творец. Я задаю вопрос, а как бы ты хотела?
большинство людей не знают сами, а как бы они хотели. Они вот, кстати, очень часто, а у того так, а у того так. Я хотела бы жить, ну сейчас, да, открываешь ленту Инстаграма, и все там вообще, у всех так прекрасно, и ты сидишь и думаешь, боже мой, что у меня вообще в жизни происходит, какая-то скучная жизнь, да. И поэтому сейчас красивая картинка, но я всегда вот своим клиентам говорю, это всего лишь айсберг, говорю, всегда представляй айсберг, да, и это вершина, которую мы видим, а внутри никто этого как бы не видит. И надо в первую очередь стать творцом. А чего ты хочешь, да, вот сейчас? Я им задаю вопрос в косметологии. Что вам не нравится? Чего бы вы хотели, да? Потому что у меня свое видение, а у них свое. Если же это приходит в нумерологию, да, но там уже конкретный какой-то запрос идет. И я уже когда посмотрела матрицу, просто там определенные цифры, и я уже человеку знаю, на что, ну, что ему посоветовать. То есть общих каких-то, общее понятие, это первое, принять ответственность за свою жизнь, что вы творец, да, своей жизни. И второе, это понять, а что я вообще хочу. Вот. Оль, але ж знаєте, часто, особливо у жінок, у дівчат зараз є такі запити, ну, бути дуже худенькою, стрункою, так, ну, це взагалі зараз не обговорюється, тому що це, мабуть, запит номер один, так, всі сидять на дієтах, всі намагаються схуднути і показати себе з кращого боку, потім це ось такі візуальні, такі яскраві елементи, які є на вашому обличчі, ну, це брови, ніс і губи, так, це обов'язково, і люди хочуть їх змінити, чи там зробити вії, не знаю, нігті і все решта. Ось це. Як довго воно ще буде працювати таким саме чином? Чи будуть люди ходити все це змінювати і нарощувати, збільшувати і так далі? Я думаю, что будет, ну, особенно если косметология, говорит, все будет очень сильно развиваться. Вот косметология, она только стоит вот сейчас на этапе развития. Все, что касается бровей, ну, вообще, вот, да, лица, да, то это всегда было и всегда будет. Только люди уже будут больше, что мне нравится вот говорить, да, больше вот за такую как бы натуральность идти, что мне комфортно. Кто-то наращивает ресницы, а кто-то нет, потому что, ну, вот я, например, как мама, для меня полежать 3 часа просто, да, я как бы считаю, что это, я могу найти другим чем заняться, да, там, пойти поработать над своим внутренним миром, там, с коучами, вот, а кому-то важно будет вот пойти нарастить, и для него комфортно это, он не хочет сейчас работать с внутренним миром, то есть всегда будет все развиваться, но только больше вот сейчас тенденция будет идти к себе, не в то, что это модно, а то, что это мне комфортно, да, і я хочу це робити. Ну, це чисто моє, як би, моє видіння. Ну так, все так йде, і дуже добре, що з'являються зараз такі альтернативи. Тобто можна зараз косметикою користуватись, можна не користуватись. Я маю на увазі декоративну. Да. Можна себе так презентувати, можна себе інакше презентувати. Тобто такі зменшуються оті жорсткі вимоги, які були колись, ні в якому разі там, не, треба лише там, за стандартами слідувати. Так, тобто ці стандарти будуть там, де їм треба бути, а якщо їх немає або вони розмиті, то це вже на ваш запит, так? На те ваше бачення, як ви собі уявляєте все. Да. На ваш розсуд. У меня даже вот клиенты, которые ко мне приходят в косметологию, они приходят, на каждый товар найдется свой покупатель. И моя изюминка – это естественность подчеркнуть. Я сделала им, да, что-то, подтянула, но никто не замечает, что это такое. Там, губы подколола. Что колола, что не колола, но тебе что-то изменилось, вот. То есть моя такая изюминка, я, если что-то переделать, я даже, ну, ко мне не приходят такие клиенты, вот прям жестко что-то сделать, вот. Поэтому всегда будут и такие, и каждый будет идти к своему, как говорится, мастеру. Так, Оль, вот. Ну, наостанок хочется почути ваши рекомендации, так, ну, загальні якісь, які стосуються взагалі кожної людини. Зараз і чоловіки хочуть теж виглядати добре, і хочуть керуватися і внутрішнім світом, і взагалі йти за своєю мрією. Тож, будь ласка. Що би я хотіла посоветувати? Ну, так як більша часть, з ким я працюю, це все-таки жінки, я з самого дитинства, вот, ну,
изучаю, что такое быть женщиной, я хотела бы посоветовать, да, чтобы женщины больше стали думать о себе, да, чтобы они были более чувствительны, и они стали себе позволять больше. Потому что есть такая тонкая взаимосвязь, когда женщина позволяет себе больше, приходит финансовое благополучие, изобилие у мужчины. Она притягивает к себе определенного мужчину. Поэтому я приглашаю всех к себе на консультацию, чтобы понять себя, да, и пойти в этот мир, удивительный мир, именно где кайф, наслаждение именно собой. От що хотіла. Дуже дякую, що справді ви так пропонуєте попрацювати над собою. Так, і я думаю, що кожна людина хоче це зробити, внутрішньо змінитись, тому що, знаєте, відчувати себе потрібною в цьому світі. Ну, це якщо стосується жінок, так, то це найважливіше. І це стосується як чоловіків, так і жінок, звичайно. А знайти себе, знайти свій шлях і бути впевненим у тому, що ти робиш все правильно, то це взагалі, мені здається, такий рівень, до якого треба йти. Йти кожного дня над цим працювати, ну і все тоді прийде, все буде добре, і кожен знайде те, що йому, саме йому потрібно. Да. Тож я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас, і так сподіваємось, що люди таки будуть керуватись тим, з чим їм хочеться, так, своїми запитами, да. Саме своїми. Благодарю. Зустрінемося за декілька хвилин.